2 миллиона леев на стимуляцию процесса вакцинации от ковида. С такой инициативой обратилась в Министерство здравоохранения компания NGM Company, частный партнер Национальной лотереи Молдовы в области азартных игр и спортивных ставок. По словам директора компании Пламена Миланова, обращение было направлено 2 недели назад, ответа пока нет. NGM Company предлагает раз в неделю проводить лотерею среди вакцинированных. По аналогии с практикой США, России и ряда других стран, к которым с 1 октября присоединится и Румыния. Для этого необходимо партнерство с Минздравом. Наша компания – частный партнер Национальной лотереи Молдовы в области лотереи спортивных ставок. Обратилась официально к Министерству здравоохранения Республики Молдовы с предложением организовать встречу и скажем так, разработать механизм, согласно которого при условии финансовой помощи с нашей стороны, то есть мы выделяем 2 миллиона лей как бюджет на это, организовать как раз лотерею среди людей, которые будут вакцинироваться. Потому что мы считаем, что на сегодняшний день это самая большая проблема. Наш телеканал направил запрос в Министерство здравоохранения, чтобы узнать, на каком этапе находится рассмотрение инициативы. Пресс-секретарь ведомства Диана Бланару сообщила, что обращение рассмотрят и дадут ответ. На данный момент в Молдове уровень иммунизации от ковида едва достигает 20%. Между тем, планом вакцинации к ноябрю этот показатель должен был составить 70%.